Открытые встречи правоохранителей и молодежи в Управлении внутренних дел уже давно стали хорошей традицией. Во время подобных мероприятий абитуриенты получают необходимые консультации о поступлении в специализированные вузы, а также ближе знакомятся с буднями всех подразделений управления. Управление внутренних дел Брестского облсполкома всегда уделяет большое внимание профориентационной работе, и одним из видов этого направления является проведение Дня открытых дверей учреждений образования МВД. Цель этого мероприятия – донести до наших молодых людей те особенности, которые их ожидают во время вступительной кампании. На протяжении последних лет конкурс при поступлении в Академию МВД никак не снижается. То есть мы на протяжении последних лет не испытываем недостатка в абитуриентах, которая потом в дальнейшем обучается и потом уже в дальнейшем оканчивает учреждение образования и идут непосредственно исполнять свои обязанности по комплектующим органам. Получить всю информацию абитуриенты могли из первых уст. Среди так называемых консультантов есть и действующие сотрудники управления, и студенты специализированных милитаризированных вузов, которые с особым удовольствием рассказывали о романтике университетской жизни и особенностях поступления. Хотелось что-то по душе, и в конце остановилась на варианте, что буду милиционером, потом выбирала вуз, и как я сама с Могилева, поэтому выбрала Могилевский институт МВД. Вот. Ну, в дальнейшем там уже не будем загадывать, как получится. Сначала отработаю инспектором по делам несовершеннолетним, а там, ну, хочу карьерный рост, конечно. Мы там не только учимся, но еще у нас есть творчество. Мы развиваемся и ездим, это демонстрируем. Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области осуществляет набор подбора кандидатов к поступлению в Академию МВД Республики Беларусь на Следственно-экспертный факультет. Для этого кандидату надо обратиться до 1 апреля в районный межрайонный отдел Следственного комитета, в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области, это Управление кадров. И в последующем до 15 апреля подать заявление со справкой рекомендации в соответствующий комплектующий орган внутренних дел по месту жительства. Выставка современного вооружения, информационные консультации, многочисленные фильмы о работе милиции и фотоотчеты о буднях правоохранителей. И это не полный перечень интересных возможностей, познакомиться с которыми могли гости мероприятия. Подобные встречи помогают молодым людям определиться с будущей профессией, а также открыть для себя новые страницы из жизни правоохранителей.